выборе СТО мы руководствуемся тремя параметрами. Первое – это гарантированное нахождение неисправности, второе – стопроцентное ее устранение, и третье – возможность избежать самостоятельного поиска запчастей. Я советую присмотреться к автотехцентру «ГУДОК». Специалисты автотехцентра осуществят любой ремонт вашего автомобиля, а магазины, которые находятся при СТО, помогут вам выбрать необходимую запчасть или заказать ее. А самое главное, у вас будет персональный менеджер, который в режиме онлайн покажет вам все, что происходит с вашей машиной. Адреса и телефоны автотехцентра «ГУДОК» будут в описании. Всем привет! Сегодня день рождения клуба 4×4, ну и соответственно мы приехали поснимать сюда с ребятками из автотехцентра «ГУДОК», и они выиграли этот бой. Смотрите. Едет машина впереди, кто-то следующий. Передний смотрит. Если второй подсел, не надо там что-то барахтаться, потому что мы разобьем всю трассу и потом рубаем, по крайней мере, сложно. Скажи, чтобы дистанция побольше была, чтобы да, была, дистанция была возможность побольше, таким просто маневрировать. Подстрял, зацепили, подтащили всю колейку и пошли дальше. Интересно. А нам можно припарковать? Будет такой машин, да. А я там народу везу вам.